поднимаемся на снежную. Преодолели тут уже довольно неплохую высоту. Поели бруснички. Ну, довольно сложно подниматься. Тут уклон крутой. Скалы, камни. Еще идти минут 30. Там белая точка. Вот она. Мы машину поставили. Дошли вот до сюда. С этой точки осталось 100 метров подняться до горы Снежной. Потихонечку холодает. Солнце уже почти зашло. Там вон видно, что подошли облака. И пришел туман. Мы, возможно, ничего не увидим в самой верхушке. Но осталось немного, 100 метров подняться. Конечно, марш-бросок еще будет тяжело, но надо сделать. Так, ну, усилился ветер, холодно, там наели снизу брусники, там ее очень много. Осталось буквально немного. Сань, посмотри, сколько метров осталось. Метров 25, да? 1620, 40 метров осталось. 1660 метров это гора. 40 метров, и надо спускаться. Никто из нас не взял фонарики. А уже почти 5 или почти 6. В общем, солнце уже село. Друзья, на канале Блог Владивосток. Мы сейчас будем на сопке Снежной. Вместе с вами подходим. Тут дует ветер. Вон там флаг российский. Сам здесь еще не был. И вместе с вами побываем на горе Снежной. Хотя это гора без снега, а предыдущая облачная гора была без облаков. Я думаю, надо их переименовать. То будет Снежная гора, а это облачная, так как пока шли, гору заволокло облаками. К сожалению, ничего не видно. И подходим к самой вершине горы, к самой высокой точке горы Снежной. Вот так она выглядит. Вы на канале Блог Владивосток. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Еще больше различных видео, путешествий и красивых мест Приморского края, России и всего мира. Вот она. Так, что-то не вижу таблички. Где табличка? Ну, уже поздно. Не знаю, как будем отсюда спускаться. Сейчас покажу виды, которые открываются с этой горы. Ну, примерно вот такие. Вот все виды, которые мы увидим. К сожалению. Ну, это повод будет вернуться сюда снова. Так, видим окно, и в окно нам видна гора Облачная, ту, которую мы посетили вчера. Вот она, еле-еле видно. Тучки нам облачка дают посмотреть на Облачную гору. Такая веселая. Да, или лимончелки ты. Вообще очень круто, красиво, нереально закат. И как раз горы, тучи расступились перед нами. Блин, как классно! Да. Это нереально. Это нереально. Как будто мы выше гор. Но я пойду на ту сторону, наверное, видно тоже.
Блин, это охуенно. Мы зашли сюда просто в туманище. Такое дикое облако вот в это. И вот оно ушло. И вот мы видим нашу красавицу. Блин, она просто нереальная. Вот эта вершина, она нереальная. Это космическая вершина. Нужно туда прийти весной, когда будет свисти рододендрон. Посмотрите, море. Море из облаков, из туч. Это нереально. Это космос. Да, на закате прям. В эту сторону, в другую тоже видно теперь стало горы, и вон как солнце падает. Интересно, на закате очень красиво. Встречаем закат прямо на горе Снежной. Батарейка садится, солнце садится. Очень красиво, золотой закат. Отличное восхождение. Да, идем дальше. Тень от горы. Облака. И вершина горы Снежной. И закат с видом на гору. С видом на гору Облачную. Получается, как гора Сарумяна. Спускаемся с горы Снежной. Тут уже ветра нету такого сильного. Не так все печально. Прям уже солнышко зашло за горизонт, уже темнеет. И мы потихонечку спускаемся к автомобилю. И только речка Уссури шумит внизу.